Ой, я подумал, ты игра, а ты не игра. Это женский футбол, кстати. Да, кстати. А типа по морде получил. А, неприятно. У нее есть лицо красное. Мы. Бам, ударила в лицо, получила и забила. Все равно забила. Бам-бам. 0% скилла, 100% удачи. Это головой забила. О, блин, чувак. Из-за вратаря? Чувак ударил. Смотри. Бам, но и мимо. Так это не просто чувак. Это не просто чувак. Ну, это Роналдо был. Роналдо сосал, да? У него просто удачи отсыпали на него феечкой. Спасли тебя. Блин, смотрим на... Об голову. Ой, он такой, что? Ай. Отключился. Так, тихо. И затомстит. Еще раз головой. За мяч. А, вот, все нормально. А как он отбил второй раз? Второй раз, смотри, в голову. Головой. Видишь, первый это был тренировочный. What happened? Смотри, ударил так. Между ног, между второго, между третьего, между четвертую. Жесть, это тайминги. 4 очка. Это, конечно, тайминги. Это по защите сразу 4 гола. Гола, да. Бам. 4 очка, через да. Всех. Это оно, да? Вот очко. Раз, два, три очка. А, здесь 3 очка. Ну, тоже 3 гола можно засчитать. Thank you. Thank you. Ой! Что такое? А что произошло? Смотри, он дал пас. Смотри, просто подкатил. Все забилось. Блин, сейчас смонтировано довольно забавно, да? Хорошо, кстати, видно зато, куда смотреть, на кого смотреть. Ой! Просто не остановил. Туда. Ой, что произошло? Он уже ждал мячик, смотри. Просто катился. А он как-то прям сам мяч живой. Нет. Ты видел? Там была ямочка, походу. Да. Он подпрыгнул. Он в решетку, смотри, повис. Смотри, как повис на решетке, на этой, на сетке, смотри. Что, 2 гола засчиталось? А, нет, они не попали ни разу. Это за штанга была. Ой, просто подпихнул. Вот это как его? Бамбе. Бамбе. Правильно, да? Мбаппе. Мбаппе. Не, ну Месси же хуже, чем Роналду, да? Это что, большой спид кричал? Или он кого любит? Роналду разве. А, тогда он не будет кричать. Все. Очко! Если очко! А если не понял, что какой-то было? Какой-то волшебник футбольный. Ой, чувак, упал. Он ровно месяц споткнулся. Упал и рукой взял, смотри. А он такой, смотри. Смотри. А он типа обманул, наверное, специально в бок смотрел. Ого. Ого. Нормально так. Да ладно. Блин, сам... Трусики поправил? Да, знаешь, что страшно? Футболиста в лицо получить ногой. Мне кажется, это все. У них ноги, наверное, суперсильные же. Ой, и выкинул. Отбил, но. Выкинул. А, нет, закатилось, смотри. Нет, он же да, смотри. Оп, смотри. Нет. Смотри, оп, сам. Ну нет, не считается. Как? Считается. Ну нет, он прям на грани был. Ой, получается, не вылетел. За поле. Попал в флажок и обратно. Отбилось. Озвучка. Не убил. А у него что, в яйце? Нет, он сам забил свои же ворота. Свои. Блин, так это свой же? Да. А, ногой случайно. Не садись, он бежал, бежал. Он прикладил, а этот случайно пропихнул. А, об жопку. Он Генри тоже. Ой, что произошло? Как же легкий кинематографично. Оп. Не. Там как будто забили вратарем. Он отбил? Или нет, бил мимо. Жесть. Или как будто вратарем забивали. А не мячом. Гол. Че? Они празднуют в игре. А еще рано. Он понесся дальше. Почему у них свистка не было? Вы что делаете? А это вратарь? И забил.
Подожди, они, получается, 1-1 или как? Ну, получается, да. Потому что, типа, выкинули, и он, типа, заново... Или, а, получается, тут гол пока не засчитался? Не, нет, видимо, засчитался, но пока они не бдят, они новый разыграли матч. Ну, вот этот раунд. Ну, как он называется. О, как он до всех ушел. О-о-о, молодец. Ты же прям присел там как-то, смотри. Споткнулся, вот подъехал, вот так, ногой вот так, откидывал. Смотри. Ногой откидывал, да. Головой. Ой. Что это вообще? Отбил его, отбил. Я вижу. И зоб забил. Пфайфер да штурм добил, да. Вот так, и теперь он сзади так, опа. Так он ему не хотел давать. И потом туда. Но он ему не хотел давать, он подворовал. Оп-оп. 1-2-3, отбилось так. Бам-бам. Да. Бам. Они там просто все вместе ворота залетели, смотри. Вратарь даже ничего не успел сделать. Желтый бьет, но... Отбил с собой, этого... а потом отбил. Вот желтый на него упал. Еще в конце, смотри. Спасибо, спасибо, что от тебя отбилось. Горина. О, жопный его безобивание, смотри. Да? Бля, это тоже надо несколько очков задавать сразу за это. За жопное? Ну да, жопой забил. Слушай, смотри, бам. Локоть. А. Ну, рука. А так можно? Рукой ну, нельзя. Случайно. Рукой нельзя. Меня засчитали все равно. Они не заметили просто. Ой, головой или что? Он даже сам не понял. Ой, просто прилетело, и он думает, я куда, че, куда смотреть? Да. Ой, ну ладно, забил. 1-2 Это об голову 3, или что? Да. Зашло. 1-2-3 Да, и залетело. Бам, бам, бам. Он как будто их заставил об синих. Он не смотрел туда. Он унизил синих. Блин. Это было бы не гол. Видишь? Он от его жопы откатилась. Подплылся, все равно упал, все равно... А он пнул, потому что он пнул. Все равно забил. Напоследок мутнул. И вратарь такой. Отбил. Просто отрикошетило. Отрикошетило от головы. Вот. Оп. И все. Четенько. А нет, он не рикошетил, он ударил. Он ударил. Ну, слушай, это вообще наверное, больно. Ой, это этот, Ибрагимович. Зидан. Зидан. Или как его там? Ибрагимович. Не, не Зидан, Ибрагимович. Ибрагимович? Бля, как это там? Не, не Зидан, это лысый какой-то. Нет, Ибрагимович. Ибрагимович просто? Наверное, да. А имя есть у него? Я не помню. Или созвучество? Ну, я не знаю. Ибрагимович. Мы просто смотрели, как где-то назвали. Фамилия. Мяч ТВ смотрели, и всего там что-то говорили такое.